Тверской области в День памяти и скорби почтили память не только бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны, но и тех, кто погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Среди героев есть и наши земляки, жители Верхневолжья. В память о них и об их подвиге были установлены мемориальные таблички. Подробности прямо сейчас. Мемориальные памятные плиты размещены на стенах учебных заведений, где когда-то учились погибшие в ходе спецоперации войны. В 2017 году Тверскую сельскохозяйственную академию окончил десантник Игорь Левкин. Он служил по контракту. Наш земляк погиб в апреле этого года. В память о его подвиге в учебном заведении установлена мемориальная доска. Мы, посоветовавшись с коллективом, решили это поддержать инициативу руководства области об открытии данной доски. Для нас это очень важно, это дань уважения, это почтили мы память своего товарища. Скромного студента Игоря Левкина помнят здесь и спустя 5 лет. Теперь он пример для сегодняшних студентов. В списке павших героических бойцов и выпускник школы номер 52 Алексей Шабанов. Учителя до сих пор вспоминают этого веселого парня, с юных лет мечтавшего быть защитником своей родины. Он был очень добросовестный, все задания выполнял хорошо. Была у него, конечно, мечта быть военным. Свою мечту он исполнил в роли младшего командного состава и отдал свою жизнь защиту нашего отечества. С контрактником Алексеем Шабановым простились в марте этого года в Твери. За проявленный героизм он награжден орденом мужества посмертно. Совсем недавно, в начале июня, город проводил в последний путь и героя Алексея Горского. Он учился в 49-й школе. Теперь на крыльце учебного заведения тоже размещена мемориальная доска, напоминающая сегодняшним школьникам о подвиге нашего земляка. Решение установить такие таблички было принято на заседании регионального правительства. Они будут расположены в учебных учреждениях Твери и области, где учились погибшие в ходе специальной операции войны. Наш долг, мы должны не просто уважать наших героев, но и сохранить память об этих людях, потому что это те люди, которые жили, воспитывались, росли на Тверской земле, учились, работали. Подобные памятные доски были установлены еще в ряде муниципалитетов. Также рассматривался вопрос о присвоении улицам, скверам и другим объектам в городах Верхнего Волжья имен уроженцев, героически проявивших себя в ходе боевых действий.